мире заработала новая платежная система. На днях компания Apple выпустила обновление iOS 8.1, активировавшее систему Apple Pay. Система позволяет расплачиваться в магазинах или кафе, просто приложив телефон к платежному терминалу. Некоторые пользователи уже совершили первые покупки, отметив, насколько удобнее наличных и даже банковских карт новая возможность. Однако пока эта платежная система доступна только в Соединенных Штатах, и появится ли она когда-нибудь в России, неизвестно. Более того, в связи с законом о персональных данных уже с 2015 года может оказаться под угрозой работа и самих телефонов и планшетов американской компании. Сложные моменты законодательства о персональных данных, практика правоприменения в финансовом секторе и другие актуальные юридические вопросы будут подробно обсуждаться в рамках специального заседания Уральского форума. В 2014 году вышло два информационных письма о персональных данных и антивирусной защите. Вышли изменения в 382П дополнение. Вышла новая редакция стандарта Банка России. Вышли изменения в положении о порядке идентификации лиц, которые являются клиентами банка. И все эти новые документы порождают массу вопросов, потому что, ну, вопрос, допустим, применения рекомендаций Банка России. Где граница между следованием мнения регулятора и уровнем собственных рисков, которые можно принять? Естественно, что представители банковского сообщества хотят получить на эти вопросы ответы. Мне очень понравилась новая форма. Это вечерние посиделки с представителями, в том числе и регулятора, на которых неформально можно обсудить очень многие вещи, которые из зала не все готовы задавать. Это очень полезно, это очень правильно, ну и плюс способствует более тесному общению экспертного сообщества, людей, которые отвечают за выполнение требований, и тех, кто эти требования выдвигает. Уральский форум – центральное событие отрасли информационной безопасности кредитно-финансовых организаций. Мероприятие состоится в феврале 2015 года и соберет ведущих российских специалистов по информационной безопасности банков и платежных систем. Спешите принять участие в самом профессиональном и представительном мероприятии отрасли.